Здорово, песики сутулые, как ваши дела? Это Steel, и это канал Steel Production, где мы до сих пор делаем реакции на K-pop, J-pop, все в этом духе. В общем, слушаем музычку, смотрим клипы и с этого, собственно говоря, кайфуем. Подробнее, чтобы знать, когда выходят мои стримы, когда выходят мои реакции, всего лишь нужно подписаться на телеграм-канал, который указан в описании к этому видео, и в комментарии, и везде, короче. Скоро татуировку на лбу себе сделаю. Камон, подписывайтесь, ребят. Но это ладно, вы уже все сами лучше меня знаете. Подписывайтесь также на этот канал, чтобы добить 4000 подписчиков. Мне будет приятно, это будет для меня огромной мотивацией работать дальше. Вот. Но вы все равно красавчики, я вас люблю. Даже потому, что вы просто меня смотрите без подписок, так что все нормально. Сердечко вам отлетает, любимки. Сегодня мы будем смотреть Momoland. Бу-бум-бу-бум. Надеюсь, правильно я это все прочитал, правильно все это сказал. Без лишних слов. Погнали. Сегодня у нас тяночки. Люблю таночек. Окей, попсовенькая такая, заедающая песня. Красивые цвета, красивые тяночки. Это что, магазин на диване? Я могу их приобрести? Осуждаю. Такой магазин на диване, а-ля 2000-е. Блин, ну почему они такие милые? Ну... Такая прикольненькая попсовенькая песенка. Окей. Бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум, бум-бум. Опачки, а вот это уже серьезно. Это уже заявление. Хорош. Классно. Чикаго. Red Bulls. Прикольно, прикольно, мне нравится. Классно, классно, классная песенка, легкая такая. Скажем так, закинуть себе в плейлист я бы ее не закинул, но если бы она у меня заиграла где-нибудь, например, на радио, либо на флешечке, то я бы ее не перелистал. Я бы просто вот так вот поехал. Бум-бум, ту-ту-ру-ту-ру, бум-бум. Прикольно, прикольно. Яркий клип, яркие девочки, яркая песня, яркая такая поп-улярная песня. Прикольно звучит.
хорошо сведена. Мне понравилось. В принципе, понравилось. Если ставить оценочку, то я бы даже поставил 4 по 5-бальной. Ну, типа, прикольно. Я думаю, у этой песни очень много просмотров и очень много фенов. Так что, ребятки, 578 миллионов просмотров. Не хотите ли? Не хотите ли вы за 4 года 578 лямов просмотров, окей? О чем это я? Очень круто. Мне понравилось. В общем, ребят, это была очередная реакция на Momoland. Поэтому, если ты досмотрел до этого момента, то, пожалуйста, подпишись на этот канал, потому что, ну, значит, реально, блин, реально интересно же. Интересно же, что будет завтра, окей? Что я завтра сделаю за реакцию? Поэтому подписывайся, и ты будешь знать, что вышел новый ролик. И нужно его посмотреть, нужно его оценить. Подписывайся на все ссылочки, которые ты найдешь в описании. Там тоже ТГ-канал есть. Короче, вся вот эта суета. Все, ребят, получается. С вами был Steel Production. И меня зовут Steel. Я с вами, вы со мной. Был очень рад, что вы меня посмотрели. Еще буду больше рад, если вы оставите какой-нибудь комментарий. Даже если он будет плохой. Я люблю плохие комментарии. Поэтому, вот, наводите суету, главное. И по жизни, и в комментариях. Все, ребят, всем пока. До скорых реакций.